кофейку решил взять. Угу. Да, наверное, надо домой идти, Владимир Иванович. А? Угу. Че бродить? Сало надо солить. Ты сегодня будешь солить? На крышку дай денег. На чё? На крышку. На какую крышку? Капроновую. А где они продаются? Здесь. Где здесь? Ты чё ж сразу, сразу чё не говорил-то? А? Ваше благородие. Всем добра, друзья. Всех с пятницей. Привет. Всем хороших выходных. Мы на линии. Едем дальше. Олег Владимирович Заволокин никак не попадет к нам. Целый день с утра до вечера работает на огородах. Сегодня вот огород они пахали там у мужичка с батей, мне сказали. Дальше на огороды. Потом триммер пойдет. Леха с Жирновска вчера ему оставил пивка в акуле. Так я ему и не отдал. Ну да ладно, увидим. Все отдадим. Пойдем за крышкой да домой, дядь Вов. Где она продается? В центральном? Угу. Пошли. Дай денег. Пошли, сейчас крышку куплю. Нет у меня с собой налички. Пакет забирай. Две банки дашь, да? Да-да. Ты же сказал, тебе одна нужна. А теперь уже две. Ну две так две, пошли. Две крышки купим. Небо у нас красивое. Летом всегда так будет. Здрасте. Я тоже говорю, ждем, пока приезжает. Я говорю, вам скажу, на платку прошла, вам тоже не приду. Да, да. Нет, я прошла барил кубер. Я заплатила 200 с чем-то рублей. Хорошо, 200, а если 2-3 тысячи. Елена Николаевна, будьте так любезны. Владимир Иванович, обслужите. Владимир Иванович. Я вам в комментарии нагрубил. Как он меня тут обзывал, я вот напишу в комментарии, пускай ему больше денег не присылают. Вот так вот. Ты чего ж грубишь? И туда, и нахер, и захер. О, Владимир Иванович, так не пойдет. По-всякому, и отца, блядь, и по-всякому. Так не бывает, Владимир Иванович, так нельзя делать. Ты чего ж ссорился-то с продавцами? Мороженое ему не дала, без денег. А, вон как. Восьмого он бежит уже заморозил. Дядь Вов, так нельзя. Бессовестно. Ты чё ж творишь? Чем больше я тебя жалею, тем ты наглеешь. Мы же с продавцами дружим вроде, а ты что-то начинаешь грубить, Владимир Иванович. Ну так нельзя. Готовят не быстро. Ну ты же больше не будешь так делать? Ой, ты а? Пионером. Владимир Иванович, считай. Ты больше не будешь так делать? Нет. А? Или будешь? Дядь Вов, ты чё это? Чё дать, Саш? Чё надо дать, говори. Две крышки. Капроновых. Они купили. Сало солить, Николаевна.
Да показывали уже неоднократно. Владимир Иванович, ты не груби больше продавцам. Да. А то они с нами дружить не будут. И в долг тебе давать, Саша, не будут больше. Саша, и ты должен мне. Сейчас все сделаем. Ты помнишь тот раз взяли? Что там у нас? Кофе взяли. Все, все, котлет, сюда же все. И поели. Все пошли сюда, Елена Николаевна. Угу. Клади в пакет, дядь Вов, пошли домой, все, хорош. 133 рубля. Жарище невозможное у нас. 31 градус на солнце. Да. 133 рубля. 133 рубля. Едем дальше. Вот.